Итак, друзья, давно мы ничего не открывали, не показывали. Сегодня хотим предоставить вашему вниманию наушники аудиотехника от ATH-M20X. По цене они у нас на Авито вообще очень дорого. И люди некоторые спрашивают, оригинал или нет. Это да, это оригинал. На данный момент действительно цену даем очень хорошую. Но все может смениться в любой момент. Ну что, откроем, посмотрим, что там внутри. Что там внутри, да? Здесь что у нас написано? Фабрика, там, корпорация. Все там придумано в Японии и в Америке, но сделано в Китае. Так, открываем аккуратненько. Аккуратненько смотрим, что у нас там внутри. Так, внутри какой-то мануал. Ложим в сторону. Так. И здесь вот так вот. Пакетик. Упаковочка. Ну, может, откроем, послушаем. Сейчас. Ага, вот. Провод. Внутри идет он с насадкой. Джеком 6,5 или 6,3 он идет. Он откручиваться должен. И деформироваться в обычный. Так. Сюда, сюда.